Вот в программе вашего визита ряд встреч с министерством и сенатом. Что в целом вы ожидаете от поездки в Узбекистан? Мы ожидаем дальнейшую активизацию участия Узбекистана в деятельности нашего Отечественного Совета. Сегодня встречался с министром иностранных дел господином Камилом Абдуназиз Хафизовичем. Мы обсудили огромный перечень вопросов общечеловеческого характера, регионального, международного характера. То есть у нас всегда есть что обсуждать. Люди, которые вас мотивировали? Прежде всего, меня сильно мотивировал господин президент. Во время нашей встречи он очень много рассказывал о том, что сделал, и о том, что хочет сделать. Это действительно такой сильный такой мотивация для него самого, для узбекского народа, как я понимаю, и да вот даже для тех, кто любит Узбекистан. Опишите Узбекистан тремя прилагательными. Восходящий, привлекательный и успешный. A family of about 300 million throughout the world, an area of 4.5 million square kilometers, an economic potential of about $2 trillion, Turkic world. As we bloom in unity, we grow stronger and we prosper, and at heart, we are always one. Rooted in our ancestral homeland in Central Asia, we are part of one community, spreading to the four corners of the globe, from the Caucasus to Anatolia, and Europe. Our eternal brotherhood bond has one common name, the Turkic Council. The first step was taken in 1992. Our relations have gained a strong institutional character under the umbrella of the Cooperation Council of Turkic-speaking states, also known as the Turkic Council, at the Nakhchivan Summit in 2009. Currently, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkey, and Uzbekistan are full members, and Hungary is an observer state of the Council. With its headquarters in Istanbul and its European office in Budapest, the Turkic Council enables multifaceted cooperation among its member states in more than 20 different areas, ranging from economy to transport, from education to youth, and from sports to health. The Turkic Council takes concrete steps for the welfare of its members through various projects and initiatives, including Turkic Chamber of Commerce and Industry, Turkic Investment Fund, Trans-Caspian Transport Corridor, Sister Ports Process, Health Science Board, Supply Chain Group, as well as Modern Silk Road Joint Tour Package Project, Orkun Process, International Youth Camps, Youth Festivals, University Sports Games, and Turkic Council Youth Platform. All the projects of the Council aim at promoting peace and stability and enhancing socioeconomic development in the member states and beyond. Having completed its first decade with solid achievements, the Turkic Council now enters a new era of deepened cooperation among its members with its Vision 2040. The Turkic Council is a symbol of our united strength and unwavering solidarity. Здравствуйте, уважаемые предприниматели, инвесторы и все наши друзья-единомышленники, которым не безразличен бизнес. Сегодня у нас в гостях генеральный секретарь Тюркского совета Багдат Амриев. Добрый день, уважаемый Багдат Култаевич. Прежде всего, от имени команды и себя лично хотел бы поблагодарить вас за то, что согласились на это интервью. Приветствуем вас в Узбекистане. Расскажите, пожалуйста, о практической части сотрудничества с Узбекистаном в рамках Тюркского совета. Как вы знаете, Узбекистан стал полноправным членом Тюркского совета в 2019 году во время саммита глав тюркоязычных государств в Баку. До этого, год раньше, господин президент Мирзиёев участвовал также в саммите в Истанбуле, Чолпан-Ате. Да и раньше Узбекистан практически всегда принимал в той или иной форме участие в деятельности Тюркского совета, поэтому официальное присоединение Узбекистана в Тюркский совет стало как бы формальной процедурой, поскольку Узбекистан всегда был неотъемлемой частью тюркского мира, важнейшим компонентом общетюркского и регионального сотрудничества, поскольку Узбекистан
помимо того, что имеет богатую историю, практически является колыбелью тюркской цивилизации, исламской цивилизации. И даже сегодняшний Узбекистан тоже имеет большое такое, значит, геополитическое значение для нашего региона и Азии. Поэтому Узбекистан вошел в Тюркский Совет. И тут же, естественно, это сильно обогатило повестки дня Тюркского Совета. Естественно, мощный Узбекистан, естественно, повестка дня Тюркского Совета расширилась, объем сотрудничества увеличилось, и уже были поставлены совершенно другие задачи. И вот эту задачу сейчас мы выполняем. Узбекистан участвует, активно участвует практически во всех проектах сотрудничества. Политических, экономических, во всем, что касается налаженного, хорошего, конструктивного, хорошего взаимоотношения. В таких сферах, как молодежь, туризм, спорт. Конечно, упор делаем мы на экономические составляющие. Вот. Прежде всего, транспортную коммуникацию. Я бы выделил 4 главных направлений усилий Тюркского совета с активным участием Узбекистана. Это в экономической сфере, я имею в виду. Это, прежде всего, транспортные коммуникации. Узбекистан, не имеющий выхода на море, естественно, нуждается в развитой сети транспортных коммуникаций. И в этом плане наши страны активно работают. Тут недавно был подписан с Казахстаном ТОР проект. Это электронное оформление грузов, оформление перевозок электронных. Это значительно увеличит товарооборот, объем транспортировки товаров. Мы сейчас приступили к реализации еще одного проекта e-permit, то есть опять электронное разрешение для наших автоперевозок, для грузовых транспортов. Это тоже очень важно, поскольку большой объем товаров между Турцией и странами Центральной Азии осуществляется автомобилями. Поэтому это имеет большое значение. Мы активно работаем над совершенствованием зеленого коридора, который идет от Центральной Азии, Узбекистана прежде всего, Азербайджан далее, Турцию далее, в Европу. Это тоже очень важно для Узбекистана, поэтому мы активно работаем, скоро проведем большое важное совещание с участием наших транспортников в Баку для совершенствования вот этого коридора. Этот коридор уже работает, но нам хотелось бы, чтобы она принесла еще больше эффект. Это транспорт. Второй момент – это экспорт узбекских товаров. Это напрямую связано, опять-таки, с транспортировкой. Но, естественно, тут еще и очень важно увеличить объем экспортной продукции. Узбекистан растет. И мы, наши страны, активно участвуют в этом, создавая совместные предприятия. Узбекский капитал здесь очень активен в Узбекистане. Казахский капитал очень активен в Узбекистане. Мы надеемся, что путем дальнейшего совершенствования нашего сотрудничества в этой сфере мы сумеем способствовать тому, чтобы увеличить экспортный потенциал Узбекистана был увеличен. Третий. Например, инвестиции. Они важны. И для того, чтобы мы совершенствовали инвестиционное сотрудничество в нашем пространстве, в Тюркском Совете, мы сейчас создаем инвестиционный фонд. Фонд в основном для поддержки малого и среднего бизнеса, но этот фонд будет активно работать для поощрения взаимных инвестиций. Например, проекты с участием двух и более стран, компаний двух и более стран. Скажем, Кыргызстан. Да, мы создаем инвестиционный фонд Тюркского Совета. Это будет довольно-таки серьезный фонд,
И, например, проекты, которые между Кыргызстаном, Узбекистаном, Азербайджаном, тот же транспортный проект и так далее. Для частного капитала, конечно, это большие могут быть проекты, которые они не осилят, понятное дело. А если даже осилить, но рисковать не, трудно для них. Вот для этого этот фонд будет поддерживать эти проекты путем участия в, например, начальном капитале. Понимаете, чтобы уверенность инвесторов было больше. Поэтому мы возлагаем большую надежду на этот фонд в плане увеличения инвестиций в Узбекистан и между нашими странами. Четвертое, конечно, туризм. Это очень важно. Огромный потенциал Узбекистана. И мы сегодня имеем один работающий проект. Это называется современный проект, туристический проект современного шелкового пути. То есть путем создание льготных условий для туризма внутри наших стран, мы реализуем этот проект. То есть, кто будет участвовать в этом проекте, они будут иметь намного доступные, на более доступные цены на авиабилеты, в отелях и так далее. То есть, выгодно будет нашим туристам ездить друг к другу. Сейчас Узбекистан подключен к этому проекту. Но этот проект небольшой, но мы хотим его расширить. Если мы сумеем его расширить, то большие выгоды получат от этого Узбекистан и Кыргызстан. Поэтому и Казахстан, естественно, Турция, Азербайджан. Мы работаем активно с Turkish Airlines, Air Astana, казахской авиалинии. Скоро, я надеюсь, мы заключим соглашение с Узбекистан Airlines тоже. То есть это только экономическое направление. Еще много других направлений. Вот сегодня вот мы встречались и обсуждали все эти вопросы. Отлично. Вот в программе вашего визита ряд встреч с министерством и сенатом. Что в целом вы ожидаете от поездки в Узбекистан? Мы ожидаем дальнейшую активизацию участия Узбекистана в деятельности нашего Тюркского совета. Сегодня встречался с министром иностранных дел господином Камилом Абдулазхафизовичем. Мы обсуждали огромный перечень вопросов общетюркского характера, регионального, международного характера. То есть у нас всегда есть что обсуждать. Обменялись мнениями, консультировались и так далее. Наша страна очень тесно работает в политическом плане, поэтому я думаю, что будет дальнейшее такое укрепление наших внешнеполитических координаций. И потом, конечно, МИД курирует, многие, если не все, вопросы и взаимоотношения в рамках Тюркского совета. И, естественно, конечно, мы будем тесно координировать нашу всю работу по сотрудничеству с министром иностранных дел. Сегодня я имел честь быть принятым госпожой Танзилой Камаловной спикером парламента. Мы очень рады, что у нас очень хорошо развиваются межпарламентские отношения, Узбекистан активно участвует. Мы ожидаем вступления Узбекистана в парламентскую ассамблею Тюркского совета, в работе которой узбекский парламент уже участвует, но опять формальное оформление. Поэтому очень важная встреча была, обсудили тоже. Сегодня узбекский парламент очень активный, участвует во всех сферах жизни, благодаря вот тем реформам, которые проводит господин президент Мирзиёев. Узбекский парламент активно работает во всех сферах, вплоть до участия в привлечении инвестиций, вот работы с регионами. Я был приятно удивлен таким большим, таким резким, таким успешным поворотом. И, естественно, мы обсудили с ними тоже эти вопросы. Сегодня я был встречу с Алишером Абдуллаевым, представителем агентства по молодежи. Да. Очень много вопросов. Кстати, молодежная тематика, наверное, будет одной из главенствующих в деятельности Тюркского совета в ближайшие годы. Как раз Шавкат Мирзиёев, господин президент, когда я с ним встречался первый раз, он прямо подчеркнул важность молодежной работы. И это как в плане поддержки молодежи, в плане воспитательной работы, чтобы ограждение от разных радикальных идеологий. Поэтому мы сегодня с господином Абдуллаевым договорились о том, что мы проведем, во-первых, встречу министра по делам молодежи тюркских стран в Ташкенте. Да. Проведем, согласно указанию господина президента Мирзиёева,
проведем в Ташкенте. Она была запланирована в 2020 году, но из-за пандемии не смогли. Форум молодых предпринимателей чешских стран, бизнес-форум. Это очень важно. Мы проведем в этом году. То, что мы уже подготовили в прошлом году, из-за пандемии. Переход на этот год. А также мы проведем форум молодежи, направленный на вот, предотвращение от как его, предотвращение разных вредных идеологий. Сегодня мы договорились, например, об очень многих вещах. У нас существует молодежная платформа, но мы расширим его, он нуждается в расширении. Это не просто формальный повод собрать представителей молодежи и здесь говорить, в общем, хорошие вот, слова об единстве, солидарности. Нам надо создавать реальные платформы по интересам. Бизнес, общественная деятельность, информационные, понимаете, идеологические и так далее. То есть мы будем это создавать. Мне очень понравился энтузиазм молодого руководителя агентства по делам молодежи. И с удовольствием мы с ним будем работать. Я думаю, что нам удастся провести хорошую работу. Еще мы сегодня встретились с министром культуры. Назарбек Назарбеков. Да, господин Назарбек Назарбековым. Тоже обсудили очень много вопросов. Мы Хиву объявили культурной столицей тюркского мира в 2020 году. Из-за пандемии не могли провести запланированные мероприятия. Теперь перенесли на 2021 год, и мы в этом году обязательно проведем. Еще мы будем с Министерством культуры сотрудничать в работе по восстановлению памятников культуры и наследия в Узбекистане и за пределами Узбекистана. То есть узбекские наследия, культурное наследие за пределами Узбекистана. Будем активно сотрудничать, очень важно для Узбекистана, для всего тюркского мира. Будем с Министерством культуры проводить совместные мероприятия, вот презентацию турецко-узбекского фильма вот в Стамбуле. Эта презентация тоже важна для того, чтобы привлечь внимание аудитории к этому великолепному фильму. И многое другое. Вот это сегодня первый день. Завтра еще предстоит еще дополнительные встречи. И я уверен, учитывая такую конструктивную готовность у узбекских наших коллег всем видам сотрудничества, я уверен, что эти встречи действительно будут полезными и помогут нам перейти на более качественную фазу наших взаимоотношений. Спасибо большое. Вот вы сейчас сами сказали, что во время пандемии многие ваши планы перешли на этот год. Во время пандемии какие меры были предприняты именно Тюркского совета для смягчения последствий? Я смогу с гордостью сказать, что нам действительно удалось сделать очень многое. Вот первое же, как пандемия началась, в конце марта, начало апреля, 10 апреля наши президенты провели свой саммит, видеосаммит. Это был первый саммит, посвященный мире, посвященный пандемии, и первый саммит вообще в видеоформате. И наши президенты, даже с участием господина президента Мирзиёева, президент Алиев, президент Токаев, президент Эрдоган, президент Джембеков и премьер-министр Венгрии Орбан. И наши лидеры задали тон, и сразу же мы 28 апреля провели это по поручениям. Там целый перечень поручений было по борьбе с пандемией. Провели встречу министров здравоохранения наших стран и создали две группы. Два, можно сказать, две агентства или комитет. Комитет поставок, то есть мы, чтобы помочь друг другу поставками необходимых медицинских оборудований, таких как аппараты искусственного дыхания, вот тесты. Тогда, в те времена, даже вот проблемы были с масками даже. И вот мы активно работали и друг другу помогли, друг другу получить то, что не было до тот момент. И результаты сегодня наши страны имеют все. И аппараты искусственного дыхания, и тесты. Кроме того, мы организовали направление большого количества гуманитарного груза. По 3-4 самолета в каждую страну. Это тоже первое время, это очень важно было. Мы продолжаем эту работу. По созданию больниц.
построили совместными усилиями много больниц в наших странах. Они функционируют, и они помогли во время пандемии нам. Здорово помогли. Здорово помогли наши вот, поставки друг друга оборудования, здорово помогли нам созданные больницы, обучение кадров. Вторая группа, мы создали научная группа по разработке протоколов лечения, поставка лекарств, создание фармацевтических предприятий. И действительно мы создали предприятие, и вот это наши ученые общались тесно, на постоянной основе, и это тоже сыграло большую роль в выборе правильного протокола лечения. Кстати, вот сегодня, слава Аллаху, наши страны пациенты выходят, уже врачи наши, медицина, служба у нас справляется, благодаря во многом тому, что нам удалось выработать правильный протокол лечения и наладить производство лекарств. То есть все есть. Это все благодаря в результате этих совместных усилий. Кроме того, мы активно, как Турский совет, работаем с Всемирной организацией здравоохранения. Мы подписали меморандум о сотрудничестве. По словам руководства ВОЗ, мы единственная международная организация, которая тесно так и плодотворно работает с ВОЗ. Они меня недавно пригласили в Женеву, в штаб-квартиру, в Копенгаген, для того, чтобы подписали. Мы подписали меморандум о сотрудничестве и вот составили план действий. Согласно этому плану действия, ВОЗ будет активно помогать всем нашим странам, и по нашей просьбе, особенно Кыргызстану, и в том числе в вакцинации. То есть мы сумели наладить хорошую работу с Всемирной организацией здравоохранения. Спасибо большое. В проекте у нас есть такие интересные блиц-вопросы. Опишите Узбекистан тремя прилагательными. Восходящий. Привлекательные и успешные. Люди, которые вас мотивировали? Прежде всего, меня сильно мотивировал господин президент. Во время нашей встречи он очень много рассказывал о том, что сделал, и о том, что хочет сделать. Это действительно такое сильная такая мотивация для него самого, для узбекского народа, как я понимаю. И да вот даже для тех, кто любит Узбекистан, вот мы, тюркские братья. Это действительно большой, такой мне очень понравился энтузиазм господина президента. Он хочет сделать очень много для Узбекистана, делает, им успешно делает. Он еще хочет еще больше сделать. Я думаю, что он справится этим делом, сумеет это сделать, сделать Узбекистан вот таким, каким я сейчас только что выразил тремя словами Узбекистан. И, конечно, мне понравились новые менеджеры Узбекистана. Они удачно подобраны, они знают, что надо делать. Я думаю, что им удастся внести свой вклад в том, чтобы сделать Узбекистан вот, мощной, процветающей. И, конечно, простые люди. Очень доброжелательный народ. Я очень хорошо знаю узбеков. Я сам из Шымкентского родом региона Казахстана. Учился в Таджикистане. И вот все время между Казахстаном и Таджикистаном вот все время проезжал, пролетал через Узбекистан. Хорошо знаю, очень люблю Узбекистан. Поэтому для меня все приятно в Узбекистане. Спасибо большое. Вот вы сегодня у нас в гостях именно в проекте «Брайт Узбекистан». Как вы видите потенциал нашего проекта? Вы презентовали очень качественно и профессионально. Я сказал как только что вам, что вы на правильном пути. Вы все делаете правильно. Я думаю, что вам удастся осуществить свои замыслы, поскольку у вас все поставлено на научной, хорошей, методичной основе, у вас хороший профессиональный состав и такой мобильная такая команда, и такой яркий, кстати, продукт, журнал очень такой яркий. Я думаю, что вы добьетесь большого успеха. Спасибо. И желаю вам успеха. Спасибо, уважаемый Багдат Култаевич. У нас есть маленький подарок. Примите, пожалуйста, это от имени «Брайт Узбекистан». Мы специально сейчас
хотим вам дарить такой нож, чтобы был слово Тюркского совета таким резким, острым, в хорошем плане, специально для вас, от имени, да, именной. Мы сделали. Это именно такая ручная работа. С Узбекистана наши ребята его подготовили. Здесь полностью описан наш Узбекистан, Самарканд, Бухара.